Oasis, Полезности и ActiFit. Сразу три образовательных проекта, благодаря которым юные любители танцев могут освоить новые стили и направления этого искусства. Лекции, занятия, семинары, мастер-классы. Уже летом 2018 года проект ActiFit должен принять международный масштаб. Подробнее об актуальности и о пользе этих программ мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И на студии сегодня Максим Будянский, куратор известного танцевального проекта «Старт Тинейджер». Максим, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня достаточно большой разговор впереди с вами. И, наверное, мне хочется поговорить как о ваших достижениях, которые уже состоялись, уже есть, так и о предстоящих проектах. Я думаю, давайте начнем с того, что прошло в прошлом году, да, каких успехов вы успели достичь. Ну, а потом поговорим о том, что ждет нас впереди. Да, этот год был очень насыщен, было очень много мероприятий. Если в прошлом году все, что касалось станции «Старт Тинейджер», оно в основном было сосредоточено в рамках города Владивостока, то в этом году было принято решение вынести, ну, немножко расширить географию. И в этом году были два больших проекта. Один из них назывался «Полезности». Прошел он весной. Это серия мастер-классов в городах таких, как Москва, Санкт-Петербург, Ярославль и Тейково. То есть у вас были такие гастроли, можно сказать? Да, но это гастроли, они такие очень необычные. Почему? Потому что в одни города это было прямое приглашение, вот, а в другие города я учился сам дистанционно, как бы позиционировать, представлять себя. Это были и коммерческие встречи, и не только. А второй был большой проект, который длился уже около полутора месяцев. Прошел он летом. Это были 10 городов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Проект уже назывался «Active East», «Активный Восток». В эту поездку я поехал со своей дочерью. Она мне всячески помогала. Мы объехали много городов. И формат тоже был очень похож на «Полезности», но он был разделен на две части. Один формат – это общение с ребятами, которые уже поняли, что танец – это часть их жизни. А второе общение – это бесплатные лекции, встречи с людьми, которые занимаются молодежной активностью и политикой. То есть моя задача была поделиться теми знаниями, навыками, какие-то вопросы даже задать на предмет того, как вообще развивать вот досуг и танец. Очень интересно, как принимали наш проект в центральных городах страны. Вы знаете, вот с текущий момент, если сравнивать там ситуацию лет 10 назад, которая наблюдалась, 10 лет назад, да, и в Владивостоке ощущалось такое вот предвзятость, что если ты уезжаешь в Москву, то человеку, приехавшему из, как бы скажем, периферии, издалека, отношения, неважно, чем ты занимаешься, даже если ты реально чем-то, ну, состоялся, оно какое-то такое вот. Снисходительно достаточно. Да. Сейчас с появлением интернета, честно вам скажу, такое давно уже, ну, не наблюдается. И помимо того, что вот я в реальности езжу, мне повезло стать куратором, администратором большой группы ВКонтакте, более 20 тысяч подписчиков. Да, и тоже ребята присылают и свои видео, и какие-то вопросы. Я вижу, что благодаря интернету вот этого уже нет. То есть каждый занимается чем он хочет и как он хочет. Если ты реально делаешь какие-то крутые вещи, они везде принимаются одинаково. То есть я правильно понимаю, вот эта группа, да, в которой вы общаетесь, ребята задают вопросы, это те люди, которые, собственно, и пришли потом к вам, в том числе, да, на ваш проект, когда вы приехали туда, в центральные города? Конечно. Оно очень сильно повлияло. И вообще вот сейчас век интернета, видеоблогерства и вот такой вот быстрой коммуникации, важно понимать, что даже если ты снимешь супер крутое обучающее видео, сделаешь супер крутой контент, очень важно понять, как его интегрировать вот в эти информационные потоки. Прямо говоря, первое, если у тебя нет денег, ты никак туда, ну, ты свою аудиторию не сформируешь. Мне об этом легко говорить, потому что у меня второе высшее образование – реклама, ну, здесь вот реклама в полный рост работает. Поэтому действительно вот участие, курирование, администрирование вот этой группы ВКонтакте, оно очень сильно способствовало налаживанию контактов, и люди действительно, ну, была аудитория. У вас впереди также большие планы, и более масштабные, я бы сказала. Mm-hmm. Давайте, наверное, на каждом вот подпроекте Active East подробно остановимся. Их три, если я не ошибаюсь. Я боюсь, вы запутаетесь, но я постараюсь сейчас все по полочкам. Да. Нам интересны все подробности. К настоящему моменту в городе Владивостоке реализуется большой конкурс, называется «Старт Тинейджер». Организатором является Управление по делам молодежи города Владивостока. Вот совместно со специалистами из управления за последние 7 лет мы разработали определенную образовательную программу.
Это набор мероприятий, набор всевозможных встреч и конкурсов. Они разнесены в разное время года. И дети, которые школьники, которые не профессионалы, и профессионалы, которые хотят заниматься танцем, не просто на бытовом досуговом уровне, а чтобы от их умения и город какую-то пользу получал, и школа получала. Вот мы придумали ряд разных подготовительных, образовательных проектов. Среди них лекторий Weekend Dance, вот он работает весна, осень. Затем День молодежи. Это когда мы первый раз выходим на улицу, и в рамках Дня молодежи есть специальная площадка «Ритмы улиц». Третий очень важный момент – это лагерь «Starting Camp», где вот при моем участии непосредственно мы знакомимся с ребятами. И цель лагеря – подготовить детей. Это будущие лидеры, будущие капитаны своей команды, но каждой своей школе. И финальное мероприятие – это «Startinager», который вот в этом году тоже состоится, но о нем мы потом поговорим. Вот. Но когда мы начали вот это все запустили, мы наладили связи, дети к нам пошли, мы поняли, что нужно детей чему-то учить. И стал большой вопрос, а чему же учить ребенка, чтобы дети этим могли, успели этим овладеть, оно им не повредило. И ребята все-таки учились, потому что учеба – это главное. А творчество, оно было каким-то не таким стихийным, а все-таки на определенном уровне. И мы столкнулись, что нет методик. Вот весь современный танец – это стихийно, случайно найденные какие-то модели саморазвития, которые каждый вот более-менее составившийся танцор вокруг себя реализует. Но вот когда мы собрали всех лидеров мнения города Владивостока, ребят-танцоров, которые давно занимаются, мы увидели, что модели у всех разные. И получается, на одном мастер-классе один преподаватель учит одному, другой – второму. Поэтому пришла идея разработать какую-то единое какое-то ядро минимальное, которое бы позволяло всем общаться на одном языке. И так родилась идея создать проект Basis. Basis – это серия видеоуроков обучающих, сейчас их уже более 150 штук, которые мы снимаем и выкладываем бесплатно в сети интернет. То есть есть YouTube-канал, есть ВК и так далее. И вот когда мы начали делать этот базис, его нужно было как-то, знаете, опробировать, понять, вообще нужно ли это или нет детям. Вначале мы работали во Владивостоке, вот позапрошлый год лекторий, то есть дети приходили, мы им давали материал, анкетирование проводили, наблюдали динамику, какие моменты были интересны, какие нет. В прошлом году при договоренности с Департаментом по делам молодежи края я поехал по городам Приморского края, посмотрел, как этот материал в крае, где нет таких ярких лидеров, не во всех городах, к сожалению, нет таких лидеров танцоров. Инициаторов, да, правильно, скажем, правильно. Да. И я мониторил вообще, на что больше спрос, что больше интересует, какие вопросы потом мы дистанционно с ребятами общались. В этом году я понял, что географию нужно расширить, и нужно вообще-то проехать по России и вообще понять, а универсальна ли эта модель. Вот сейчас я могу с ответственностью сказать, что действительно те материалы, которые мы здесь при подготовке к стартину разработали и которые превратились в basis, база, mm-hmm. и вот basis, они универсальны и уникальны. Но чтобы не быть голословным, понятно, проведено куча мастер-классов, там несколько уже даже более 1000 человек посетили эти. На данный момент вся этот видеокурс отправлен на получение официальной рецензии, что эта образовательная программа может быть допущена к преподаванию к детям. То есть мы можем, конечно, сочинять разные движения, разные ухищрения, чем-то веселить детей, учить чему угодно, но стоит вопрос, насколько эта информация актуальна, и профессиональные психологи и культурологи, они должны дать свою рецензию. Программа не вредит ли? Поэтому вот я вам рассказал, что делали в Владивостоке, делали в крае, сейчас география расширилась, и сейчас мы замахнулись, не я один, это у нас целая команда, мы хотим выйти на международный уровень. Уже просчитана смета, я очень надеюсь, в следующем или через год мы это сделаем обязательно, это Корея, Япония, Китай. Есть связи определенные, то есть съездить в эти города для танцоров тамошних, предложить вот этот вот проект Basis. То есть этим материалом тоже с ними поделиться. Сейчас, чтобы как-то тоже набить руку, натренировать свой английский, на данный момент у меня уже есть опыт ведения вебинара для ребят из Америки.
Это колледж, я не помню, как он называется, но вот танцами тоже ребята занимаются самостихийно. Заметили наш, на YouTube-канале наши уроки. Говорят, ты знаешь, нам даже не важно, что ты рассказываешь на английском, все равно твои телодвижения достаточно понятны. И вот они попросили пару уроков таких там по часу каждый дать. И очень сильно Индия, и ребята с Индии. Я так понял, там тоже информационный голод. Вот, много молодежи, которая хочет самостихийно, вот просто дома сидя перед монитором, заниматься танцем. И вот этот материал, я надеюсь, мы в скором будущем будем его на английском снимать. Мы еще вернемся немного к этой теме. А мне бы хотелось, чтобы вы немножечко подробнее рассказали нашим телезрителям, которые, может быть, захотят присоединиться к вашему проекту, также посмотреть видеоуроки. Какие танцевальные направления предлагаете изучить ребята? Очень важный момент. Смотрите, хип-хоп. Вот. Но я не специалист в хип-хопе, и поэтому мы взяли лишь базовые элементы, которые каждому, если человек их выучит, ему будет легко потом и комфортно себя чувствовать в любой обстановке, среди профессионалов и среди начинающих. Вторая, это, как говорится, фишка вот наша, это уже моя личная как бы интерес, это стили, которые связаны с иллюзорными стилями танца. Это то, что раньше называлось верхний брейк. Это вейвинг, кентат, робот и достаточно молодой для России стиль паппинг. Очень сложные стили. Да, это, но вот опыт, время показало, что они очень живучи. Да, каждый год-два меняется новое веяние, мода, музыка. А вот названные мной стили, они какие-то уже лет 40 существуют в фундаментах. И интерес не пропал к ним. И также координация, мелкая моторика и жонглирование. Но вообще все свелось к тому, что, да, вопрос, чему учить? Чему учить? Вот. Но здесь помогло анкетирование. Во-первых, вот мы увидели, в каком поле у ребят интерес. И второе, опыт проведения огромного количества мастер-классов. Опыт проведения двух танцевальных смен. Когда ты две недели живешь с 30 ребятами, ты видишь на своих глазах, как они принимают этот материал, где у них возникает диссонанс. И вот это, весь этот опыт уже переложен сейчас именно на не на просто набор уроков, которых очень много в интернете. Нам часто спрашивают, а в чем уникальность того, что вы делаете? Уроков-то много. Уникальность в том, что это слаженная методика, разложенная по уровню, ну, роста сложности. То есть вот вначале человека нужно увлечь, адаптировать. Ребенку и любому человеку нужно понять, а нужен ли мне танец. Хорошо, вот жонглирование нас поначалу тоже многие упрекали, говорят, зачем вы, танцоры, учите жонглированию? Но я столкнулся с тем, что когда приходит в сентябре вот ко мне в школу, в студию танцевальную, молодой человек, 13-14 лет, там, мальчишка или девчонка, они ничего не умеют делать. Но если я их месяц буду, как бы я ни старался чему-то учить танцевальному, ничего у него не получится. Ну а в школе-то его коллеги, его одноклассники спрашивают, ну покажи. А ему показать-то нечего. Но чтобы ребенка не было вот этого дискомфорта, я запогодя... Возникла такая идея назвать проект «Полезности». То есть полезности – это комплекс навыков, которые в жизни любого человека будут всегда приятным дополнением. Ну вот я умею. Фокус такой. Да, фокус, да. И поэтому вот есть базис, это база, а есть еще полезности. Я надеюсь, вас не запутал. Но нет, вот, абсолютно, да? Все понятно. Я хочу подытожить первую часть нашего разговора тем, что очень важный момент. Вы занимаетесь творчеством, безусловно, творчеством для подрастающего поколения, но, как правило, когда люди делают такие проекты, это что-то стихийное, как вы говорите. То есть, ой, творчество, а давайте сделаем это, а давайте то. И вот очень важно в вашем проекте, тем самым он кардинально отличается, и поэтому, я так думаю, приносит максимальную пользу. Вы проводите действительно анализ, что-то, от чего-то вы отказываетесь, что-то вы приобретаете новое за счет этого, и мне кажется, успех гарантирован. А мы продолжаем наш разговор. Максим, я не могу, конечно, не спросить вас о сложностях, с которыми приходится сталкиваться, потому что я представляю, насколько сложно реализовать такие масштабные проекты, которые вот-вот станут международными. Поделитесь с нами. Ну, вы знаете, не о сложностях, а вначале о таком, о бонусе огромном, который мне жизнь сама вот предоставила, это поддержка семьи. Ни один большой проект без поддержки близких людей невозможен. Поэтому я очень благодарен своей жене и дочери за то, что они меня всячески поддерживают. А дочка даже отказалась от своих планов каких-то летних. И вот со мной полтора месяца, ну, было достаточно непросто ездить. Второй момент. Конечно, хочется коммерческую поддержку. Но в современном мире я понимаю, что если ты хочешь, чтобы тебя поддержали финансово, нужно обязательно участвовать в конкурсных программах, грантовых и так далее. Я это активно тоже развиваю, продолжаю. В рамках города Владивостока удалось нам выиграть два гранта «Молодежная инициатива». Вот. Более крупные проекты, выезды, это требуется больше денег, ну и там больше активности.
В плане бытовом, социальном, с чем мы столкнулись, это большая разобщенность среди танцоров. Она и в Владивостоке наблюдается. И сам я наблюдаю за собой, тоже не всегда иду на контакт с какими-то школами или людьми, но оказалось, что это масштабный какой-то вот бич вообще танцевальной культуры, так ее назовем. Угу. Потому что были города, мы даже неожиданно с таким столкнулись. Один день мы проводим семинар в этой школе, а другая часть, вторая часть в другой школе. И в той школе, где мы вот сегодня проводим, людей мало. А зато на следующий день мы приходим, и я спрашиваю: ребята, почему вас не было вчера? Ну, мы вот с ними не дружим. И вот это вот, представляете, насколько вот уровень, и это взрослые люди говорят. И, к сожалению, это очень сильно мешает вообще любому развитию и творчества, и так далее. Вот. А четвертое, это мы увидели много в разных городах, а города были это Южно-Сахалинск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Петропавловск-Камчатский. Вот представляете, географика, ну и вот про Москву и Питер я говорил. Но очень много поломанных судеб. Что я имею в виду? Это люди, которые целиком отдались танцу, и не обустроили свой социальный вот быт, нет семьи, нет работы и так далее. И вот это вот печальное, вот то, что мы увидели, мы стараемся тоже это учесть, когда разрабатываем базис. Потому что ты не можешь, понятно, если хочешь серьезных результатов танца, нужно стоять и много пахать и работать. Но извините, а как деньги зарабатывать? А как там развиваться, учиться? Поэтому есть ряд критериев, согласно которым идет отбор вот материала в итоговый базис. Вот. Ну а веселое то, что ну, танец жив, живет он на фанатиках. Реально, вот там, где есть фанатизм, в тех городах, где есть люди, увлеченные до мозга костей, вокруг них они притягивают других людей, и там реально идет движение. Часто в некоторых таких не очень больших городах жаловались: ну вот мы типа вот такой город. Я говорю: ребят, вы знаете, что Владивосток вообще-то за углом находится? Ну шутка вот эта вот наша. Я говорю: вот нам-то уже действительно говорит, что мы далеко, а вам-то чего? Ну и вот в такой вот беседе тоже понимаю, что от общения с такими ребятами они увлекаются и понимают, что не нужно бояться, что ты где-то далеко. Потому что тоже жонглирование во Владивостоке, оно у нас мало кто знает, но 5 лет я и вот с ребятами, мы 5 лет просто сами приходили в эту, как ее называют, в парк и жонглировали для себя. И вот эта вот модель, вначале ты показываешь, что нужно делать на себе, а потом ей заражаешь других, она действительно работает для популяризации любого вида творчества. Ну вот негативные моменты, еще раз подчеркну, это разобщенность. Вот. Но она, мне кажется, именно в силу того, что нет образования психологического и нету этики общения, когда люди занимаются, ну, танец — это все-таки бизнес. Почему? Потому что ты сейчас, если лет 10 назад танцем занимались школьники, они могли договориться о помещении в школе или еще где-то в доме культуры заниматься и особо за это денег не платя, то сейчас в основном танцами занимаются частные школы. И проблема вот этого взаимоотношения коммерческого между школами, оно выливается и влияет на детей. Даже в Стартине сейчас этого мало, но в прошлые годы мы сталкивались, что в одной школе, в одной команде были ребята из разных танцевальных школ, и у них на первых порах были какие-то недопонимания. Хочу немножечко уточнить про Стартинейджер. Просто еще, когда я училась в школе, этот конкурс уже существовал. Я так понимаю, что его масштаб изменился, конечно, разительно. Да? Сегодня это такой отдельный, серьезный для города проект. Вы знаете, Стартину более 20 лет в плане Владивостока, потому что я участвовал еще в 1994-1995 году. Это, представляете, сколько лет назад было. Вообще идея Стартина, и она возникла в Москве в 1993-1994 годах. Это когда не было уже комсомола и пионерии, и детей надо было... Я не знаю, кто придумал, но группа людей, они, надеюсь, что они живут и здравствуют, им огромный респект, они вот придумали такую игру. Сейчас в России Стартин, он есть как городской, либо муниципальный, либо еще какой-то конкурс. Таких городов немного. Находка точно проводит Стартин, причем, что приятно, они переняли нашу модель, и мы им всячески помогали. Владивосток. Заинтересовались вот в ходе наших поездок, я рассказывал о Стартине, показывал там презентацию, Хабаровск. И буквально вчера был звонок из Биробиджана, тоже люди от администрации очень сильно настойчиво просили как-то поделиться с ними опытом, ну, в плане таком позитивном. Иркутск. И Стартин есть в Петропавловск-Камчатском. Но опять-таки название одно,
схема проведения очень близка, но опять-таки, чтобы это более мощно развивалось, нужна общая методологическая база. Собственно, вот этот базис, для чего мы разбираем. Правда, нас многие упрекают, особенно состоявшиеся танцоры молодежные, вот танцев, говорят, вот вы нас учите танцевать. Нет, мы не учим танцевать. Мы учим определенным навыкам, которые бы позволяли разным ребятам с разной подготовкой, из разных мест говорить на одном языке. Если ты, вот, неважно даже, как движение называется, главное, ну, вот, развить навыки управления телом. Я увлекся. И последний, да, и последний вид стартина – это игра в лагерях летних. Угу. Вот. Но что там происходит, вот это мне пока неизвестно. Вы заговорили о ребятах, и мне кажется, очень важно сегодня в программе рассказать, наверное, может быть, чьи-то истории, может быть, просто мнения, отзывы ваших друзей, наверное, да, я могу сказать с уверенностью, потому что это ваша команда большая. Как они поменялись за время участия в ваших проектах, за время работы с вами? Вот вы видите этот рост в них? Вы знаете, рост виден, и он немножко меня опечалил. Я объясню. «Горе от ума» называется. Почему? Потому что, когда ученик где-то занимался в школе, он вот лелеял и любил своего преподавателя, когда он попадает к нам, мы даем ему столько знаний, что когда он возвращается, ребенок такой образованный к себе, в среду, его не понимают. А он знает, что то, что он узнал, оно работает, и оно справедливо. Но вот в силу того, что средний уровень образования, знаний сольфеджио музыкального, композиции номера, психологии восприятия зрителя, это нюансы, которые нужно учитывать, чтобы шоу получилось. Когда он с такими знаниями, ребенок приходит, ну, представьте, вот дети играют в песочнице пластиками, пистолетами, а тут вышел мальчишка с настоящим бластером космическим. И вот он хочет, извиняюсь, этим лазерным пистолетом там пострелять, а ему говорят, да давай вот в песке ковыряться. И вот этот диссонанс, это вот то, что мы увидели и вот немножко расстроило, но сейчас ищем, как из этого выйти. В плане ребят, ну вот все, кто близко вот с нами в команде входит, я заметил, что очень много физиков и математиков. Как интересно. Да. Вот один парень даже, который, будучи школьником, увлекся нашей методикой, сейчас вот он уже магистрант, и кончилось тем, что он даже сейчас к нам в лабораторию пришел заниматься физикой. Вот. И маленькая такая вот заметка, что часто ситуация, когда дети в той или иной танцевальной школе очень сильно похожи на своего преподавателя. Вот. Многие ребята взяли базис, вот я знаю, в Ярославле, они открыто об этом говорят, как основу для методики поурочный план занятий в своей танцевальной школе. То есть они говорят, Максим, нас все устраивает, порядок, который вы излагаете, он рабочий, нам удобно и вести коммерческую деятельность, и плюс мы еще создали творческую команду, которая этим навыками овладевает. Ну, то есть я вижу, что материал не пустой, не игра какого-то ума. Сейчас уже об этом можно уверенно говорить, что мы его апробировали в плане вот общения с танцорами, которые тоже этим увлечены. Он им интересен, и они его используют. Но все-таки, чтобы быть уже полностью эту тему закрыть, нужно обязательно получить рецензию. Как любая научная статья, это маленькая научная работа, которая должна быть вот, соответствовать определенным нормам. Максим, к сожалению, наше время выходит, но я знаю, что вы хотели сделать небольшое объявление. Да. И я думаю, телезрителям будет интересно, где можно посмотреть ваши работы, помимо интернета, да, где можно обратиться к вам. Может быть, многие захотят присоединиться к вашему танцевальному движению. Расскажите. Ну, во-первых, я хотел бы пригласить всех, кто интересуется или проявляет интерес к танцам, к мастер-классам, которые проходят в городе Владивостоке. Неважно, это наша студия организовывает или другие. Поверьте мне, что многие школы тратят огромные средства и ресурсы, чтобы сюда привести людей более опытных. Поэтому призываю всех активнее ходить на эти мастер-классы, не игнорировать, не обижаться, что вас кто-то там не заметил или кто-то нагрубил. Ну, танец – это общение. Второе – это вот обратить внимание, что 15-22 октября совершенно бесплатно на базе Краевого дома молодежи, вот, который всячески нас тоже поддерживает. Огромное спасибо директору Приженникову Максиму, потому что он пошел на встречу. Вот в зале Дома молодежи бесплатно две встречи, это именно курс «Базис». То есть мы будем презентовать для людей, вот, что это такое, как им пользоваться, как им развиваться. Но только очень обязательно вначале зарегистрироваться. Либо по телефону, либо в группе ВКонтакте. Ну а также подписывайтесь на наш YouTube-канал, там весело. Спасибо вам огромное, Максим. Мне бы очень хотелось, чтобы все ваши цели были достигнуты. Я желаю вам побольше проектов, побольше участников вашего движения. Спасибо огромное за то, что вы сегодня рассказали, за то, что вы делаете. Благодарю вас. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м.